Бандитник. В чашке точно такие же орехи. У меня тут орехи, короче. Нет, хочет отнять. Егор. Вот как это, так скажи, мать что-то утаила от нас. Потому что у вас потрескается что-нибудь от орехов. Витя, наверное, харе, а, пожрать орешки. Егор, попробуй не съесть это яйцо. Так, остальные я забираю, как раз 4 штучки было каждому, пока Ракель не придет. В ларец волшебный. Оля нам, кстати, присылала контейнеры. Супер. Вить, а нигде не треснет? Все, харе. Все, спрятала мама еду. Мама еду спрятала. От ребенка спрятала еду. Задная мама. Егор. Сладкий мой. Бляха-муха. Дай яйцо вытру, Вить. Егор, не греми орехами, он сейчас услышит. Пошел. А то б ты так и не остановился, Витя. Ел бы и ел. Говорит, пойду тогда дивана разбирать. Егора. Егор, ты что там? Бандитник. Яйцо еще одно. Спрятался таки паразит такой. Давай мне яйцо. Давай. Егор, дай яичко. Ну дай. Дай, 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 дай скорее. Дай, дай, пожалуйста. Ты все равно не жрешь уже. Вот шкарлупки облизывай, правильно. Мама, свой волшебный ларец. Оп, сюда. И замкнем. Потому что ты переводишь только эти яйца и не зрёс их. И не зрёс их. Где он? Коки обросли узы, коки обросли узы. Обросли узы эти коки.